Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал закон о проведении референдума о независимости автономного сообщества от Испании. Голосование пройдет 1 октября. Этот референдум в каталонском законодательном органе оппозиция, ведущие испанские партии и правительство страны считают незаконным. В Мадриде не раз заявляли, что проведение такого голосования противоречит Конституции. Сегодня Кабмин соберется на экстренное заседание. Никто не может лишить нас права голоса. Мы будем защищать до конца право всех каталонцев голосовать. Решать через урны для голосования – это демократия. Каталония демократическим путем определит свое будущее. Буквально сразу же после объявления каталонского референдума власти Испании анонсировали контрмеры. Мадрид призвал Конституционный суд не только отменить решение каталонцев, но и привлечь к уголовной ответственности председателя парламента автономного общества Карме Форкаделло и четверых членов президиума парламента. Происходящее в законодательном органе Каталонии Мадрид назвал самым большим позором за всю политическую жизнь. При этом в правительстве пообещали, что права каталонцев не будут нарушены, как и законы Испании.